Привет! Меня зовут Катя Соколова, и ты сегодня будешь со мной делать зарядку, но необычную. Это будет два круга по 6 упражнений. А тем, кому будет легко, можете перемотать видео в начало и делать еще и еще, пока не устанете. То есть на свой максимум. Поехали! Итак, первое упражнение – полукнижка. Мы делаем все по 10 раз. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь согнутое положение книжка. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Теперь делаем такую как бы волну. На себя ноги по прямой, потом сгинаем. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. А теперь в обратную сторону сначала согнутый. Раз, потом прямой. Два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9 и 10. А теперь скалолаз. Ну, я не очень помню, как называется. В общем, руки под голову. И раз, два. Здесь мы, получается, будем делать 20 раз, потому что на каждую 10. Итак, поехали. Раз, два, три, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну и заключительное упражнение – это просто мы держим лодочку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А теперь повторяем все то же самое. Еще разок. Итак. Полукнижка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Согнутые. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Получается такая волна. Я, честно говоря, иногда забываю, в какую сторону я сначала делаю, поэтому делайте в любую. Или от себя, или на себя. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В обратную сторону. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Скалолаз. Ну, или там называется оно рука-колено. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
И последняя лодочка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы. Ну, а на этом наши упражнения закончились. Тем, кому легко, повторяйте заново. А если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал, оставь любой комментарий. Удачного тебе дня. Пока-пока.